Добрый вечер, друзья. Люська, лишь бы Влад гладил, увалилась прямо возле кровати. Кричала, только что кричала. Что? Люсико, ты папу отпускать вообще будешь? Хоть когда-нибудь? Что скажи, я и так готова, в принципе, я ничего не прошу. И такая, не прошу. В принципе, ты собиралась куда-то идти, Люсь, да? Давай, давай, показывай. Давай, давай. Это ж надо как вывернулось. Люся! Люся! Ты нормально вот это вот? Ну-ка, ну-ка. Бедный ребенок. Бедный ребенок. Ходил, ходил. Ходила, ходила, кричала, кричала. Скажи, Люся, да? Ну, мне нравится, как она пальцы. Ляня, это ж надо так раскорячиться, а? Люся, пальцы вверх. Люсь, что, прям вот так вот хорошо, да, когда гладят? Что, где шла, там и упала. Где же ты, моя Люсико? А может, кашу пойдем есть? А я клубнику купила. Принесла. Не нужна мне клубника. Ничего. Скажи, при чем тут клубника? Вообще, какая может быть клубника, когда папа гладит? Вообще, я ела полчаса назад. Это я сейчас только ездила по делам, приехала. Люся целый день была сладом. И не идет. Ну, может, ко мне пойдешь? Я же соскучилась за целый день. Люсь, шо? Скажи, кто ты такая? Женщина, вы кто? Все, и эту руку я распластала. И ту, да? Люсь, а, Люсь? Давай я тебя поглажу. Давай. Вы и так с Ладом были целый день. Ой, руки я стянула. Ой, Люсь. А, Люсь, ну давай я поглажу, а? Люсь. Ай. Женщина, вы кто? У меня тут мужской ослабляющий массаж. Ну дай руку, а. Тикать, 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 тикать. Защита, защита, защита. Да? Отдайте руку, верните руку на базу. Верните, верните. Верните руку на базу. Что такое? Люся, смотри, 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 рука. Ой, ничейная, ничейная. Да я не беру, я не забираю. Слушай, ну ты ему дашь хоть полежать свободно, понимаешь, спокойно. А? Что, а? Вот там, вот там, вот там. Вы видите, друзья, какие он такие мешочки. Уже под лапкой такие жировые, да? Люсь, а я персики купила. Скажи, я не знаю, что это такое. Люсь, а я бананов купила.
Нет. Гладь эти лапы разные стороны. Скажи, я ни на какие бананы не променяю, да? Ай, лапы в эскотрячку. Люсь, а ну я сейчас тебе принесу что-нибудь вкусняху, персик или банан, посмотрю, как ты не поведешься. Ну. И что? Ты хочешь сказать, что ты не поведешься на вкуснях? Нет, а чего? Ты ж буквально ни на что не шла. Что? А вон папина рука. Вон папина рука. Я даю. Ой-ой-ой-ой. Ой, какая жадная обезьяна. А смотри, что у меня есть. Нет. Люсь, смотри, клубника. Не Люсь. Надо. Она настолько любит персики, что ей не нужна никакая клубника. Или все-таки возьмешь? Нет, персик. А я вот сюда покладу. Ой, это же надо фруктовый рай. Тут клубника, там персик. И что, а если тебя погладить, Люся? А ну погладь, как она? Оставит песик с клубникой? Что ты выберешь? Смотри, как змей-искуситель. Там рука погладит. Тут песик, тут клубника. Она так на руку, на песик. А ну-ка, дай я персик, если рядом. Марсель такой в ужасе пошел. Он не берет персик, не берет. Ну. Люся. Ты даже папе персик не даешь, Люся. Клубника, катастрофа. Персик забирают. Клубника. Держи, никто не берет. На все. Все возьми. Забирайте. Скажи, не нужны мне ваши массажи, ничего не надо. Да? Такой фруктовый рай. Люся, вот все спрашивают, почему ты не берешь руками? Ведь когда у меня забрать персик, ты взяла руками, а? А тут ты ешь действительно как кошка какая-то. Ну, совсем не как обезьяна. А, везде враги. Да не берет! Никого нет! Нигде нету! Претендентов нет! Что? Что, спрятать надо? Ты кого пугаешь? Никого нет. Все твое. Иди ешь. Иди. Или ты руку тебе требуешь? Скажи, верните теперь руку. Я уже поела клубнику с персиком. Верните руку. Нет? Ты думаешь, эта рука может забрать персик с клубникой? Скандалистка. Вот скандалистка. Вот ты наша фруктовая обжора. Люська, это да. Когда ты концерты даешь? Ну, настоящая женщина может устроить истерику по любому поводу, сделать скандал. Скажи, скандал сделать, прическу, да, и салатик. Марсель такой пятый угол ищет.
Иди ешь печень. Обходится. Когда такой скандал, конечно.